Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня понедельник, и как я уже обещала, по понедельникам я буду снимать вам по одному выпуску огородной азбуки. Начнем все сначала. И вот перед тем, как начать, я долго-долго думала, с чего начать, какую тему поставить первой. Ведь все важно, и подготовка тары для новичков, и обработка семян, и хочется поговорить про всхожесть, про выращивание рассады, про болезни, про наши. Я вот думала, какой сделать старт, ведь от этого зависит, на что именно, как обратить внимание, новичков особенно. И вот долго думая, сначала хотела говорить о всхожести, но потом решила, что даже всхожесть не самое важное. Вы, может быть, удивитесь сейчас, но первой темой я хочу начать с психологии огородника. Это я вот долго обдумывала и решила, что это самое-самое важное. Важно то, с каким настроем мы будем заходить в огород. Все слышали, наверное, я несколько раз говорила, что я даже не соблюдаю лунный календарь. Все спрашивают, соблюдаете или нет. Главное, нужно приступать к посеву и приступать к любым вот таким, как к уходу за растением, именно с хорошим настроем, в хорошем настроении. Если у вас плохое настроение или какой-то вы злитесь на кого-то или у вас негатив, лучше не начинать посев, не начинать пикировку, не начинать пересадку. И я очень давно, несколько месяцев назад, нашла в интернете одну статью. Я хочу вам сейчас ее прочитать, и это будет прекрасным стартом для нашей огородной азбуки, чтобы мы поняли, что даже не удобрения, даже не какие-то там суперсредства новые, ничего так не помогает нам в получении богатого урожая, как именно наш психологический настрой, наше отношение к растениям. Как вот есть же выражение «доброе слово и кошке приятно». Оказывается, оно приятно и растению. Конечно, я таких опытов не проводила, как вот здесь написано в статье, но я сейчас быстренько пройдусь вот по этой статье, и я полностью на 100% вот с авторами этой статьи согласна, что это очень-очень важно. Называется «Добрые слова – стимулятор для растений». Мы же привыкли стимуляторы химические покупать в магазине какие-то, там, пусть там даже биостимуляторы, но вот здесь написано именно о нашем отношении добром к растениям. Написано, мы 2 месяца унижали одно растение, хвалили другое, и нам очень хочется рассказать о результатах. А я когда прочитала, мне статья понравилась, я хочу поделиться с вами. Каждому взрослому человеку известно, как сильно может ранить грубое слово. Это доказывает эксперимент, проведенный компанией. В обычной школе установили 2 цветка, один из которых в буквальном смысле слова ругали. Результат оказался впечатляющим, и мы решили повторить этот опыт специально для читателей. Ну, тут мы расскажем о ходе эксперимента и о том, что же из этого вышло. Чего добились? Результат вышел однозначным. Растение, подвергающееся регулярным оскорблениям и насмешкам, в итоге завяло. Но мы не привыкли верить на слово, поэтому решили посмотреть, удастся ли нам добиться такого же результата. Ну вот они купили 2 растения, вот показано, они совершенно одинаковые. Одно будем ругать, другое будем хвалить. То, что слева было решено ругать, а то, что справа хвалить. Поскольку слышать наши голоса растения должны были как можно дольше и чаще, записали варианты обращения на диктофон и ежедневно включали цветкам в режиме нон-стоп. Через 3-5 дней меняли плейлист, и чтобы одни и те же слова не приедались нашим подопытным. Во время записи старались говорить с выражением, чтобы растения не просто слышали слова, но ощущали эмоциональный посыл. Цветок, который решено было ругать, помимо прочего, слышал такие фразы, как «ты ничтожество», «глупый комок листьев», «тебе пора на свалку». Ну, короче, не буду все перечислять. Первые результаты были видны примерно через месяц после начала эксперимента. И вот тут на картиночке видно, что вот этот вот маленький, а этот вроде как распушился. Тот цветок, который мы ругали, оказался весьма стойким, он даже не думал вять. Но в росте явно остановился, а тот цветок, который мы всеми силами хвалили, начал активно, даже немного непропорционально расти. И наблюдалась такая тенденция примерно в течение месяца. Но вдруг случилось непредвиденное. Сотрудник, ответственный за эксперимент, уехал в отпуск. На 10 дней цветы остались без суточной дозы ласки и грубости. В результате
перемен цветок, который привык к оскорблениям, начал немного подрастать, а тот, что был заласкан без доброго слова, начал активно вянуть. Правда, через пару суток после того, как включили снова записи, он немного ожил. На сегодняшний день результат выглядит так. Вот этот маленький ругали, а вот этот большой хвалили. Вывод. Грубое слово, оно и есть грубое слово. Оно может стать плетью даже для самых стойких из нас. Как минимум остановить в развитии, что и произошло с нашим растением. Как максимум погубить, как было в эксперименте. Нежная речь помогает развиваться, дает толчок росту. Но тем, кто привык к постоянным похвалам, выжить без них оказывается очень непросто. Такие результаты заставляют задумываться о силе слов и начать еще тщательнее контролировать собственную речь. Ведь шрамы, нанесенные словами, не заживают. И вот я хочу добавить от себя, это, конечно, относится не только к растениям, но и к людям. Я хочу напомнить всем, что когда мы пишем комментарии, постарайтесь быть более лояльны к тем, кто высказывает, например, мнение, которое не совпадает с вашим. Очень много людей, которые считают, что правы только они. Ну а если вернуться к растениям, многие люди... Ну, как садоводы опытные, я знаю, что они разговаривают со своими цветами, и их домочадцы, ну, я это в комментариях читаю, говорят, считают меня сумасшедшей, например, или что-то там. Но это действительно вот тот прием, когда ты разговариваешь с растениями, когда ты похваливаешь их, ох, молодец, какой ты красавец вырос, какой ты что... Это на них действительно действует. Я вот всегда, я не то что разговариваю с ними, а я просто вслух все свои эмоции... Вот мне нравится, например, что рассада толстенькая. Ох, вы мои толстячки, да как я вас люблю. Вот прям так, такие вы у меня толстые, да какие же вы красивые. Да вот, мне кажется, что они после этих слов стараются вырасти еще толще, еще красивее. Никогда ни разу в жизни даже самое такое чахлое растение я не подойду и не скажу, фу, какой ты гадкий, я, наверное, тебя выброшу. Или что, даже если мне приходится что-то оставлять или там выбрасывать, ну, вслух я стараюсь это не произносить, выбрасываю хилую, слабую рассаду всегда с тяжелым сердцем. Лучше, конечно, чтобы она выросла. Но вот этой статьей, вот, которую я вам прочитала, я хочу вам сказать, что все зависит от нас. И даже самые маленькие, самые дохленькие такие вот сеянцы, которые вот выросли вот чуть-чуть, на них жалко смотреть. Вы можете их подбодрить как-то и во время каких-то вот, например, поливов или хотите подкормить подкормок, сказать, ох, мои богатыри, сейчас вы как попрете. Они действительно все это слышат. И если даже кто-то сейчас назовет меня сумасшедшей бабкой, и что я заговорила с растениями, я больше чем уверена, 50% огородников разговаривают с растениями, просто не все хотят, ну как... Не все это признают, некоторые стесняются об этом говорить, потому что другие люди, которые не разговаривают с растениями, признают это за признак сумасшествия. Это не сумасшедшее, это вот такой психологический прием, и от психологии огородника очень многое зависит. Вы заметили, что у таких оптимистических настроенных людей всегда получается лучше, они всегда добиваются своих целей, у них урожай богаче, а у тех «а, все пропало». И действительно, кто вот так говорит, все пропало, у них все пропадает. Давайте настроимся на богатый урожай, как говорят, что мысли материальны. Всегда представляйте, что у нас будут всегда полные закрома, у нас будет все ломиться от урожая. Будем хвалить растения, будем восхищаться ими, будем верить в силу наших растений, верить в щедрость нашей земли, и у нас все получится. Все, огородная азбука началась, старт дан, будем вот этот... Огородный ликбез, всю зиму проходить, обо всем понемногу расскажу. Под этим видео можете задавать вопросы или предлагать темы, на которые вы хотели бы поговорить. Будем все вместе обсуждать. Все, что я знаю, я расскажу. Что я не знаю, буду спрашивать у тех, кто, например, сталкивался с этим. Вот у меня ни разу в жизни не было белокрылки, вопросов много, нынче про белокрылку будем говорить, потому что это очень важно, но я про нее ничего не знаю. До свидания.